когда и как это началось, точно не знает никто. Известно только одно – это есть, это существует, и называется это дольменами. Есть множество версий, предположений, домыслов, догадок, научных, мистических, сказочных. И есть дольмены, собравшие воедино всех их, и еще нечто таинственное, невыразимое, предвечное, и соединившие это своим вполне определенным образом. Огромные каменные плиты весом в сотни и тысячи тонн, сложенные в призмы с полой камерой внутри и подогнанные так, что в зазор между ними невозможно протиснуть лезвие бритвы. На передней стенке круглое отверстие, которое закрывалось каменной пробкой весом 150-200 килограмм. Каким сознанием нужно обладать, чтобы создать такое удивительное по своей простоте и величественное по своей сути сооружение, которое в первозданном виде прошло бы сквозь тысячелетия. Воздвигались и разрушались империи, государства, культуры. Исчезали цивилизации. А дольмены? Дольмены сохранили себя и то неведомое, что позволило им донести мудрость творцов своих в нашу жизнь. О чем хотят поведать они? Злоба и зависть завоевателей разрушали все прекрасное, искусно созданное. И лишь дольмены, зависть и ненависть обошли стороной. Они остались вне человеческих раздоров. Когда и как это началось, точно не знает никто. По одной из научных гипотез, мегалиты, составляющие дольмены, имеют в своей основе окись кремния. Самовозбуждаясь, они создают внутри и вокруг дольмена особое энергоинформационное поле, которое имеет родство с энергетическим каркасом человека. Соединяясь, возникает возможность войти в резонанс подобными полями Земли и Вселенной. Это позволяет уйти за пределы собственных представлений, пониманий, привычных схем поведения. И находясь в этом совместно созданном поле, открывается путь к решению той или иной жизненной задачи.
Путь открыт. Можно идти. Формы взаимодействия с полем дольмена весьма разнообразны. От прикосновения до групповых медитаций, ритуалов и целых мистерий. Готовых форм не существует. Есть направление внимания и собственные переживания, и доверие им. Дольмены существуют на всех континентах нашей планеты. Именно это говорит о некоем единстве, родстве всех людей Земли. Дольмены Кавказа уникальны в этом отношении. В последнее время тысячи и тысячи людей приходят к ним, чтобы прикоснуться к тайне. Тайную мир держится. Это и есть таинство единения, единение с целым, единение с самим собой. И все, что необходимо, это ваше собственное внимание, ваши собственные усилия, ваше собственное присутствие. Долина реки Пшады. По берегам и в ее окрестностях расположены более 30 дольменов, многие из которых получили поэтические прозвища, такие как Крылатый, который стоит рядом с пасекой.
Самая известная группа дольменов была названа деревней дольменов. Расположенные по кругу, они образовали некое мистическое пространство, в центре которого открытый дольмен без крышки. Пока разрознены, творится своеволие, а собранные в круг моментом встречи собой единство с целым обозначат. Так говорит мистерия Аланов, дольменами хранимая пока. Thank you.
Это путешествие без начала и конца, туда, где зарождается движение. К нему невозможно быть готовым. Оно есть всегда и существует независимо от нас. И только тишина нашего присутствия делает невыразимое сказанным, сказочным, сказкой. А наше доверие позволяет войти в нее своим уникальным, неповторимым образом, образом человека, и раствориться в этой сказке по имени жизнь. Thank you.
Mm-hmm.